С течением времени МФЦ предлагает все больший спектр услуг. Для этого в целях стимулирования сотрудников на повышение профессионализма и производительности труда были созданы специальные критерии оценки их работы. По этим критериям мы подводим итоги и выбираем двух сотрудников, лучших сотрудников месяца. Это сотрудник, лучший сотрудник отдела приема заявителей и лучший сотрудник так называемого бэк-офиса, то есть отдела обработки документов. Главный специалист отдела подготовки документов Марина Боева получила звание работник месяца за помощь в обучении новых сотрудников, одновременно успевая заниматься своими основными обязанностями – обработкой документов и заявлений посетителей. Необходимое качество работника МФЦ – стрессоустойчивость. Это было около месяца назад. Обращался мужчина за услугой регистрации по месту жительства. У него не было, соответственно, необходимых документов для представления этой услуги. Он настаивал, пришлось вызвать сотрудников полиции. Он попытался, да, с кулаками выяснить этот вопрос. Умение урегулировать конфликтную ситуацию и найти подход к каждому клиенту – один из пунктов регионального стандарта госуслуг. Ведь, как известно, клиент всегда прав. Конечно, если не переходит за рамки дозволенного. Также отдел подготовки отслеживает курьерскую службу и производит контроль выдачи готовых документов. Большой объем у нас сейчас услуг – муниципальных, региональных, федеральных. То есть различные ведомства, различного уровня взаимодействия идет ежедневно со всеми структурами. Список услуг, предоставляемых в МФЦ Ленинского района, увеличивается, а сотрудники стремятся постоянно повышать уровень собственной квалификации. Дмитрий Книга, Константин Брулов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.